Значит, Сергей расскажет сегодня, что это у него за брошюрка. Сереж, что за брошюрка у тебя в руках? Вот, да, брошюрка. Что? Дальше. Когда взял я эту брошюру, я в очередной раз понял, какие же уникальные возможности в Oriflame. Вот есть компания, которая предлагает путешествия в разные страны мира, в данном случае в Центральную Америку. И тут такие экзотические страны, например, как Мексика, Коста-Рика, Белиз, Гватемала, Гондурас и Панама. И самое удивительное, вот с Oriflame я посетил половину этих стран. И я думаю, те люди, которые это продают, они не были ни в одной стране. А мало того, что я посетил эти три страны, компания для нас организовала самые лучшие отели пятизвездочного уровня. Вот возьмем, например, Мексику, Акапулько, пятизвездочный отель на побережье Атлантического океана. 5 звезд, шикарный отель. То есть именно здесь ты был? Да, именно в этом отеле, да, песня «Акапулько». «Акапулько» – вот это как раз про то место, где проводилась бриллиантовая конференция «Oriflame». А вот, например, еще более экзотическое место, как Гватемала. Просто отель топ-уровня, 5 звезд, это древняя столица Гватемалы, Антигуа. И, кстати, здесь жила российская делегация, когда Россия претендовала на то, чтобы получить право проведения Олимпиады в Сочи. То есть, представляете, какой уровень? Вот. И это все Oriflame организовал для своих консультантов совершенно бесплатно. Сейчас такой тур просто неподъемных да, денег. Да, и этот тур стоит неподъемных денег, как говорит вот Татьяна, она... Как раз на одного где-то 500 тысяч стоит поездка. На одного сейчас... В такой отель. Да, 500, проживания. 500 тысяч. А это все можно получить в Oriflame совершенно бесплатно, дополнительно к тому, что вы можете получить здесь финансовую независимость, плюс еще такой замечательный, такие замечательные подарки, путешествия и так далее. То есть конференции сейчас проводятся с Oriflame каждый год. Дорогие консультанты, да. Приглашаю вас всех принять участие и лично посмотреть и посетить эти страны. Ура, ура!